Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировская оборонка может получить лоббиста в Совфеде. Выдвижение главкома воздушно-космическими силами Виктора Бондарева сенатором от Кировской области – это новые возможности для предприятий ОПК. В этом уверены эксперты, пишут бизнес-новости. Источники, близкие к правительству региона, считают, что Бондарев может стать кандидатом в сенаторы от врио-губернатора Игоря Васильева. Предполагается, что он перейдет на работу в Совфед и возглавит комитет по обороне после предприятия. Принятие поправки о снятии ценза оседлости с определенных категорий лиц. Эксперты отмечают, что Васильев и Бондарев лично знакомы с президентом Путиным, что также может помочь региону различными преференциями. Программа «Экономика». Собираемость налогов увеличилась. За полгода собрано 22 миллиарда рублей. Рост 11%. Треть суммы направлена в федеральный бюджет, в областной ушло 11 миллиардов, еще 3,5 в бюджеты муниципальных образований. Основа региональной казны – налог на доходы физических лиц. Это более половины всех поступлений – 7 миллиардов рублей. Далее около 4 миллиардов – налог на прибыль организаций. По 1,5-2 миллиарда приносят имущественные налоги и налоги со специальными режимами налогообложения. Экономика. На 101 FM. Кировские организации стали реже прописываться в других регионах. Если в 2014 году из Кировской области выбыло 280 юрлиц, то в 2016 – 126, а за первое полугодие 2017 – 44. Чаще всего бизнес уходит из Кирова в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург. В налоговой службе отмечают, что из тех, кто решил встать на налоговый учет в другом регионе, всего лишь один подвергся в этом году выездной налоговой проверке. То есть причины перемены прописки у бизнеса иные. В другой регион свои подразделения переводят крупные компании, но такие случаи единичны. Основная же причина – уход от внимания контролирующих органов, кредиторов и контрагентов. Чаще всего так поступает бизнес, использующий различные схемы уклонения от налогообложения. При этом в налоговой отмечают, что при постановке на учет в другом регионе обязательно запрашиваются сведения из предыдущего, поэтому уйти от обязательств методом миграции не получится. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59.24, курс евро 68.28. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.